Ухудшилось состояние пострадавшей в Ницце россиянки. Выжившей в атаке экстремиста девушке срочно понадобилась помощь врачей. Полину Серебренникову забрали в одну из клиник Москвы. Произошло это почти сразу после того, как она вернулась из Монако, где проходила лечение после теракта на английской набережной. У девушки серьезное повреждение связок на правой ноге. Эту травму она получила как раз во время шествия, движения вот того самого белого грузовика-убийцы. Полина приехала на отдых вместе со своей подругой Викторией Савченко. Вместе девушки долго копили на поездку. Но во время той трагедии Виктория погибла, а Полине удалось спастись.